типичная работа в такси. Конец октября. Сколько может заработать обычный, простой, смертный таксист? Ну а если говорить простым русским языком, рабочая смена в такси, как мы все с вами любим, с употреблением мата. Убери от экранов детей и смотри, потому что дети это не выдержат. Приятного тебе просмотра. Доброе утро, дамы и господа. Сегодня у нас 31 октября, время 8:08. Место действия — город Калининград, такси Максим. В принципе, ну, привет, да. Подписчик, да? Привет. Привет. Как контент? Ну так себе, потихонечку. Что-то здесь нету, ну, коэффициента. Да вообще, ну, я не катаю. После лета сейчас, ну, минимум когда 120, и то впадло нажать на линию, блядь. Летом 180, в августе, в сентябре нахуй не поеду. На своей или на аренде? Нет, Виктория, аренда. Надо заканчивать этот бизнес. Ну это же сезонная работа. Вот ну, когда, да, когда туристы есть, тогда и как бы есть, ну, заработок. Вот в марте взял, думаю, пока документы, в море, блядь, и что-то засосало. Думаю, ну нахуй. Не, ну надо в море идти, конечно. Ну, блин, доллар подрос, блядь. Довалить. Ладно, хорошей давай смены. И тебе тоже удачи. Короче, как-то так. Погнали работать. И у нас будет, в принципе, смена короткая. Ничего такого особенного здесь. Больше болтовни, наверное. Лясим, трясим и все. Короче, что к чему? Печально все. Каникулы. Конец месяца, и нам надо по своей сути на золото. Нам осталось 9 заказов. То есть кое-как с горем пополам, считаем, мы сделали 500 заказов. Если сейчас, конечно, форс-мажора какого-то не случится, то мы сделали больше 500 заказов, и у нас уровень, как это странно бы не звучало, золото будет. Я скажу, с кайфом кататься, когда у тебя 5%, а я уже даже смену не покупаю, потому что я так посчитал, как бы даже смены невыгодно катать. Ну, покупать смены, потому что смены, ты, например, скажем, там какой-нибудь дальничок, да, или пригород, с тебя будут списываться проценты, да, ну, комиссия будет списываться, а так ничего, катаешь и катаешь под 5%, бля. Вот если бы в Яндексе, да, была бы такая вот 5% за любой заказ. Че, короче, поехали мы, спустимся на Аксаково, там по-любому что-нибудь будет. Тут два варианта, либо Балтон, либо Аксаково. Ну, лучше, я думаю, на Аксаково. Блядь, такая, короче, ситуация. Ну, для меня-то, в принципе, ничего, а вот для пассажирки, которая сидела сзади меня. Короче, приспичиваю ее, блядь, обосраться, блядь, прямо резко. Короче, мы только мы попали в пробочку на Литовском валу, блядь. И пиздец, у нее нахуй на клапан надавило, короче. Которая справа сидела, говорит, блядь, может это на заправку? Что там, быстренько, короче, личину скинешь? Она говорит, не, я дотерплю, и, короче, ну пиздец, вот это вот промежуток от Роснефти до Василевского. Она там пиздец терпела и так, блядь, и так, нахуй, что-то потрясла там. Уж пиздец, на, блядь. Вот видите, авария, короче, я не знаю, как можно так ездить? Как? Чего? Блядь, это пиздец, просто неописуемо, мне кажется. Ну, багажник можно? Не, предупреждать же надо было. Еще, блядь, такой недовольный, пиздец, блядь. Любите, да, вот эта вот тема, короче, ничего в заказе не указано. Где тут что, блядь, багажник, хуяжник, ну, заказ оформлен неправильно. Все, иди гуляй. Пускай заказывает Яндекс, Рик сейчас приедет, блядь, туда можно хоть говно, блядь, запихать, похуй, блядь. Тем более, как раз коэффициента нету, сейчас нам поездка будет стоить, сколько рублей, 120, наверное. Там Риковец, нахуй, прилетит, блядь. С кайфом отвезет, блядь, и погрузит, и еще оближет, и отлижет, все нормально сделает ему. Ну, видишь,
видите, да, я в майке, ёпта, блядь, люди тут садятся, блядь, в шапках, в куртках, в тёплых, а ты такой чистый, короче, а-ля, бля, пацан, короче, летний, горячий парень. Это либо мне так жарко, либо им холодно. Смотрите, какая красота. Ух, золотая осень, золотая. Вези, вези, ты командир, не тормози, чтоб не пришлось меня искать из вагон звезд. Слушаю вас, Яндекс.Такси. Так, а почему вы меня заблокировали? Почему вы не ограничили доступ к заказу? Ну а вы что, не видите, что ли? Значит, вы, получается, не с Яндекса звоните, а откуда вы звоните вообще? У вас получается, ну, обзвон всех водителей, вы даже, ну, не можете сообразить, кто у вас заблокированный, а кто нет. А? И что там написано? А по какой причине? А техническая поддержка тоже не говорит причину. Только через суд, получается, надо, да, тогда? Я так понимаю. А что вы можете сообщить тогда? Что еще раз? Без понятия, абсолютно. Пиздёж. Просто закрыли доступ и все. Без объяснения причины. Кого проходить-то? Регистрацию заново пройти? Да. Вы какой-то неквалифицированный специалист Яндекса Такси, как в принципе и сам сервис. До свидания. Или да, что сейчас произошло? Короче, массовый обзвон водителей, желание Яндекса получить больше людей, которые должны стоять на линии, то есть работать, вывозить заказы, то есть нехватка водителей происходит. Как-то так, да, печально все. Вы дятел интересный, который этот звонит, ну ты, блядь, посмотри, ну сначала, как он там, блядь, доступ у него открыт, не открыт, он такой, а, ну да, точно, блядь, ты вот... Просто вот занимаешься ерундой, тратишь время другого человека и свое тоже. Просто холодный звонок, в котором тебя, по сути, почти, блядь, послали, отымели во все щели. Оно тебе надо. Лучше позвони нормальным людям, у кого открытый доступ, кто более такой лояльный. Ты ему там какую-нибудь плюшку закинешь туда, скажешь, Вася, короче, 157... кусков можно зарабатывать в Калининграде. Давай, братуха, на линию выходи срочно. Но смотрите, время, короче, 20 получается. И работы себе так себе, ничего хорошего нету. Вот и вся работа в такси. Утром и вечером. Да, вот уже все, вот. Выходите. Да, бегом. Быстрее. Спасибо. Я извиняюсь, а на второй этаж мне не поможете сумки поставить? На второй этаж, к сожалению, нет, а вот, ну, до двери спокойно. Нет, донесу. Да? Нет, да. Ну ладно, сейчас. Сейчас опять скажете, бля, ты пиздец, нахуй, бабушке не помог нихуя. Ляси-мдраси, блядь, короче. Главная суть, чтобы не помог. Вы там все там осуждаете, там, блядь, бабку, нахуй, там, бабки, блядь, бабки. Да ты заебал. Короче, вот эта вот бабушка, которая алкашка, нахуй, синяя, села, блядь. Кнопочный телефон у нее там, блядь. Перевод, карту дает, надо было там заехать. Вот вы же, блядь, вы же вот ничего не знаете по своей сути.
но все вы, блядь, пиздите нахуй. Я тут должен, блядь, всем помогать, а то, что мне через минут 15-20 ехать ребенка, да, забирать, как бы, это вообще, в принципе, никого не ковышет. Что в той ситуации, что в этой ситуации. Все то же самое. Похуй, пускай мы там опоздаем на тренировку, нахуй, похуй, вообще до пизды. Зато мы, бля, сделаем доброе дело. То есть, опять же, получается, свои какие-то приоритеты ты засовываешь в жопу и просто делаешь добрые дела. То есть, вот такая вот у людей логика. И в прошлом видео, да, там же видели бабушка, да? Учился геморрой с камерой. Я рассказывал на камеру, но камера это как бы, блядь, не записала. Нихуя не понял. Короче, подъезжаем мы на адрес на Аксаково. Я, короче, бабушку прямо к подъезду хуинч, короче, чтобы бабушка быстренько вышла прямо к подъезду. Только мы, короче, остановились, я из тачки выхожу, сзади, блядь, сидит тёлка, короче, сидит, сигналит, блядь, такая, блядь. Я такой говорю, это, блядь, и сидит, короче, в тачке закрытой. И там машет так, нафига, блядь, что-то, я думаю, блядь, ты что, ебанутая, что ли, блядь? Я говорю, опусти окно, нахуй, хуй там орёшь, блядь? Что-то не нравится, скажи нормально. А я говорю, что ты там встал, надо было в другом месте встать. Вон, видишь, там место свободное. Я говорю, ты, блядь, видишь, нахуй, бабушка идёт костылём. Или как, вообще нахуй ничего не видишь, блядь. Если ты, она такая, я спешу, блядь. Я говорю, ты чё нахуй? У тебя там чё, эти что ли, дети маленькие, что ли, семеро, блядь, по лавкам сидит, голодные, что ли? Она говорит, да, блядь. Я говорю, так ёбаный рот, выйди ты, помоги, блядь, бабушке. И тогда, блядь, и раз ты опаздываешь, нахуй. Хуй она вышла, блядь, сидела в тачке и всё, блядь. Я ей пока там у этой бабушки тазики эти с багажника вытащил. Пока она там дошла, нахуй, и сидит в тачке такая, блядь, кайфует, нахуй. Говорю, ты пиздец, нахуй, в натуре, блядь, опаздывает она. А вы что-то мне говорите, что я там, блядь, бабушкам не помогаю, нахуй. Вот, блядь, живой пример, нахуй, сидит, сигналит, блядь, похуй, не видит, что там бабушка еле, блядь, идет воочиться. Да пизды, нахуй. Давайте вспомним ту ситуацию, когда... Бабушке там помог, блядь, помните? В Новый год, 1 января, там бабушка сидит такая, блядь, этот. Ножки там больные, внучка давно уже нету, никого нету у нее. А потом-то что оно оказывается? В прошлом-то телеграме я что говорил? Бабушка, короче, просит милостыню, ездит на такси. Внучок у нее есть такой, молодой, тупой пиздец, нахуй. У нее еще денег там просит и так далее. У них, короче, там такие серьезные отношения на повышенных тонах. Внучок тоже ездит на такси, блядь, все нормально. То есть, ну, зато вы такие бедные и несчастные. То есть, я вот тоже, блядь, от чистого сердца, короче, сделал, помог, блядь. А потом, короче, раз она попалась, два попалась, а потом, блядь, проезжаю, такой смотрю, ебаный ты, сука, сучий, блядь, сидит вон она, блядь, попрошайничает. А вот зато она тут, блядь, сказки такие... Рассказывал, что пиздец, все так хуево, все так печально. Думаю, ну окей, хуй с ним. Сделай доброе дело. И как вот после этого делать людям добрые дела, а? Ну куда ты полез? Знаешь, кто они? Что с тобой будет? Беги лучше. Ох, Мера, да что осталось мне с тобой? Ох, Мера, так глубоко сидишь в моей груди. Ох, Мера, не знал пацан, кому рамсы кидал. Ведь только в картах шестерка бьет туза. Кстати, Максим же прислал, да, сообщение, то, что в ноябре минус 5% серебро. Добро пожаловать. В декабре будет, наверное, бронза, да? И с Нового года уже как бы... Сколько там? Сколько у вас процентов? Напишите в комментарии. 22-25. Так что как-то вот так вот. Это из новостей по поводу такси Максим. В конце ролика мы подведем подсчеты, да? Что мы там заработали за наш месяц. Мы ебашили пиздец, как изверги, блядь. Вдоль да поперек нас ебашили, блядь. Все, короче, помчали по делам, да. Вот так вот, блядь, работа есть, дождик есть. А мы чё? А мы не ничего, ну, короче. Нахуй нам работать. Сильное заявление. Тарантантан. Что у нас, блядь, банан и груша. Груша. Висит груша, нельзя скушать, да? Блядь, сзади пиздец грязи. Залазивают в салон, в тачке. Ноги не отряхают, нихера, блядь. Песка там, я ебу и плачу, бля.
погода такая вот эта вот дождливая, ты даже как бы и хочешь помыть машину, а по своей сути ее ты не помоешь, потому что смысл от нее, от мытья, когда она все равно будет точно такая же, стабильно. То есть ладно бы, сейчас бы все бы подсохло бы, да, то есть вчера вроде как солнышко было, подсыхало, нет же, уебал дождик и все, короче, опять едешь, блядь, тачка вся вон в песке в каком-то постоянно. Ну все, в принципе, у нас, короче, 499 заказов. Мы молодцы. Сейчас мы еще как раз до конца рабочего дня добьем. И будет у нас, блядь, уровень золота. Ну что, короче, выкатились еще. Катнемся, сделаем каточку легкую. Мы подведем наши итоги. Какие мы, Вася, крутые перцы. Если вы поняли, о чем, напиши, кто так делает, а? Кто подводит итоги в конце месяца? Всегда. Зеленочка там. Мы потом уже подведем итоги ноября. У вас же безналичный расчет? Нет, перевод на Сбербанк. Ну, перевод на Сбербанк, да? Да, то есть это надо зайти в Сбербанк и перевести. Ну, вы говорите. Надо зайти в Сбербанк и перевести. Сейчас я номер мне продиктуйте, я человеку позвоню, он вам переведет, и мы ему поедем, чтобы вы не переживали. Вот номер. Сейчас. Ну сейчас начнется! Сейчас, я сейчас позвоню, продиктую. Едем, да? Ну, подождите, мне так спокойнее будет, что человек вам переведет. Сейчас, подождите. Буквально человек переведет. Постой две минуты. Сколько тут проезд? 160 рублей. Он сказал 200 переведет. 15 минут спустя. И на этот телефон должно прийти. Нет. 5 minutes later. Не пришла? Все хорошо. Все. Вот видите, и с процентами вам. Угу. От компании сколько процентов забирают? 5%. 5%, да. Ну вот, считайте, два раза больше компенсации, чем они у вас забирают. И сколько в месяц? 1050 получается? Да нет, это 25. Это у вас подработка, да, не основная работа? Нет, основная. По 14 часов работаешь, и вот 25 кусков имеешь. Маловато будет. Я сам уличный музыкант. Примерно сколько вы, столько и зарабатываете. Даже меньше. Тысяч на 6. Но я не каждый день играю. И играю не больше 2 часов в день. Самый плохой день 400, самый хороший 800. Свое удовольствие брейкаешь, вагоны разгружать, как говорится. Че, это все записалось еще, да? Я все, блядь, ехал и думал, сука, записалось, не записалось. Пиздец, блядь. Звезда. Звезду увез, короче, звездочку. Уличный музыкант. И денег нет. Сука. Короче, заказ с этого самого садика. А до этого был этот заказ. Ну, бля, я же, ну, пиздец, я же глазастый чувак. И, короче, был заказ уже этот дома в садик. То есть человек забирает сейчас ребенка с садика и едет домой. При этом в заказе не указано, что он едет с ребенком. Может, он там с кенгуру едет, хуй его знает, с игрушкой какой-нибудь. Возможно, сейчас посмотрим. Здравствуйте. Я, короче, заскочил на заправку. Думаю, дай, короче, заправлюсь. Лучше бы не заезжал бы. Получается, я вчера вечером заправлялся где-то часа в 4. Покатался там пару часиков. 850 рублей. Снова бы катался, то есть смену мог спокойно откататься до конца, еще бы завтра на утро бы хватило бы точно, да, часов 10. Нихуя заявляй! Себе фак засунь в очко нахуй! Что там сказала? Че, уже все не такая крутая, что ли? Хуль ты лыбу даешь, блядь? Животное ебучее, нахуй. Че, ваши тёлки, что ли? И че? Хуй через плечо. Ребят,
Я тебя спрашиваю, чьи тёлки? Твои тёлки или чё? Слышь, тебе выйти, чё нахуй, ебальник разбить, что ли? Куда ты пошёл-то, блядь? Куда ты идёшь, нахуй? Давай попробуй. Давай! Эй, герой, нахуй! Вот что ты хочешь, едь на своём такси дальше, таксуй. Пускай извинится, нахуй! Что они сделали? Пускай извинится. А что они сделали? Кого она нахуй посылает, блядь? Чего она? Я нахуй послала. Все, решили, что она вас послала. Регистратор есть? Не, ну, хорошо. Хорошо, ну. Че ей? Че ей, ну, западло, что ли, или че? Еще раз. Западло, что ли? Сказать, извините. Скажите. Ну, че тебе, западло, что ли? Громче, я, ну, не слышу. Я не слышу. Я извинилась перед вами. Я не слышу. Так я ж, ну, не слышу. Вон там малые, ну, орут. Погромче, ну, подойди поближе, чтоб я слышал. Я не слышу. Да ваши проблемы, мне насрать. Ты что, ну, блядь, совсем, да, что ли? Или как? Хорошо. Смотри себя на ютубе, дурочка, блядь. Окей, я буду. Это заказ, нахуй, бабки нужны, нахуй, зарабатывать. Так бы, нахуй, пиздец бы, блядь, вышел бы булочку там в жопу. А потом сразу перешел, да, с ты на вы, блядь, сразу, когда, нахуй, жопа, нахуй, загорелась, блядь, сразу все поменялось, блядь. Вот оно, блядь, воспитание, да, нахуй, пиздец, блядь. Реально во всей этой ерунде не в том, то что там, как бы, блядь, возраст, да, а в том, то что она вот, ну, реально, она вот, на нее смотришь, я же, ну, смотрел на нее, там, блядь, тупой взгляд, нахуй, который вообще, в принципе, не понимает, что он, где он находится, блядь, что, как бы, наверное, некрасиво, да, наверное, она все-таки не права, блядь. Ей же похуй, да, то, что ее могли там задавить, блядь, еще что-то, вон там, блядь, с пивом идем, да, у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, пивасик придется оставить. Не, она открытая, чуть-чуть осталось, не волнуйтесь. Ну, тем более. Ничего не прольется. Ну, допейте, и мы поедем дальше. Ты когда газуешь бензинование? Что? Опять? В смысле бензиновая? Бензиновая, да. Замечал? Не замечал. Сейчас ты оборотов добавишь. Пошел. Вы первый человек, который об этом говорит. Ну, с техникой связано. А запах и техника как, ну, взаимосвязь какая? Техника не просто, я на ней езжу, как бы и занимаюсь ремонтированием. То есть ты вот здесь сейчас газанул резко, добавил оборот. Ну я вот могу сейчас газануть. Пахнет? Может тогда это не от моей машины? Это окошко. С окошко. Блять, какой ты пиздец нахуй. Просто, блять, сука, пиздец нахуй. Я хуй его знаю, блять. Блять, сука, нету слов, одни, блять, эмоции, просто один кусок мята. Вот как, знаете, вот старые в добрые, когда вот наступает вечер, ты выходишь, блять, и пиздец, и начинается какой-то вот, блять, просто нахуй. Думаешь, бля, вы, ребята, вы, ну реально, настолько вот, сука. Когда газуешь, воняет бензином или газом? Вопрос. Так чем же воняет, бензином или газом? Потом, блядь, я работаю с техникой, блядь. По запаху, короче, чувствует, блядь, чё к чему там. Машина исправна, неисправна, блядь. Сука, все такие спецы кругом, ебануться нахуй.
А как, блядь, в автосервис приезжаешь, так пиздец нахуй. Вместо, блядь, ремонта тачки, нахуй, тебе ее, блядь, изуродуют полностью. Зато, блядь, все, блядь, специалисты, пиздец нахуй, просто, блядь. Как говорится, нахуй некого послать. Все такие культурные, блядь. Вон он, блядь, с пивом в такси, нахуй. Не донес, да, мусорки, нихера. Так оставил, бросил. У одного океаном воняет, у второго, блядь, бензином, газом воняет. Хуй его знает, вот как такое может быть, блядь, неизвестно, да. Поэтому помчали работать. Вот смотрите, вот я еду по Павлика Морозова, да, собственно говоря. Мне, короче, залетает заказ. Ёб ты, блядь, с Багратиона 69 на автомобильную, плюс 100. Подача 10 минут. Фильтр работает? Короче, с кайфом, ёб ты, едем сейчас. Поедем. Дождется, не дождется. Если отменят, я вообще тогда кайфану жестко. Блядь, слава богу, спасибо, добрые ребята. Я всего лишь только возле этой самой инженерки, блядь. Спасибо большое вам. По мнению программы, я, короче, должен вот, блядь, отстоять вот это вот все. Потом еще надо, короче, возвратиться обратно в Балтрайон. Конечно, ну, как бы такой себе заказик. Просто жесткий. Вот тоже, да, интернациональная 72. Он тот подъезд, он дальний получается. Вот сейчас машина, если какая-то поедет, я создам пробку. Вот я сейчас спрячусь, будет звонить, искать, где я, что я. Вот не хватает же, да, разума то, что можно выйти, заказать машину. Это же, блядь, надо подумать головой своей, сообразить как-то. Поэтому мы стоим у 70-го. Что, короче, подводим итоги. В общем, что? Все очень печально, на самом деле. У нас получается 22 заказа, 3 отмены. Сумма за этот 4218. Пиздец, просто пиздец. Вчера я работал меньше, тупо была такая же. Что я тут еще сказать? Давайте, сколько заработал за месяц. За месяц в Максиме. Это куда интереснее, чем сколько заработал в Яндексе. Короче, 110 500. Сколько я работал дней, я в душе не колоту. Короче, прям совсем. Где-то там полдня работал, где-то там не работал день-два. Поэтому сложно что-то тут сказать вообще. Часов работы, в принципе. Не говоря уже о том, что там сколько на топливо ушло. Максимально кардинально непонятно. То есть это говорит о том, что работаю не системно абсолютно. Есть свои дела, свои нюансы какие-то постоянные. То есть заработали мы, выполнили мы 512 заказов. И внимание, мне кажется, самая интересная цифра, которая может быть 61 отмена. 61 отмена, блядь, да? То есть 61 отмена, даже грубо по 100 рублей. Вот считайте. 6000. Короче, как-то так, нахуй, все скучно, неинтересно, вяло, блять. Хотел короткую смену. Я понимаю, что, блять, это опять нахуй 15, 20, 30 минут, блять. И целый день монтажа, блять. Как-то так, блять. Как там вот эти самые блогеры делают, у них там все так чик-чик-чик, блять. Вышли там, что-то там ляпнули, пропиздели, сказали там, короче, и все. И ролик у них на 10 минут. Тут же, бля, пиздец, тут начинаешь работать, а и охуеваешь просто, блядь. То происходит, это происходит, даже ебучую концовку мы записываем, блядь, на протяжении, нахуй, 5 минут, блядь. Просто пиздец, нахуй, разрыв, нахуй. Как они, вот как, ну, блядь, может, напишите в комментариях, что надо говорить, что не надо говорить, что показывать, что не показывать, бля, пиздец, просто. Нахуй, я понимаю, что... Ну, мне пиздец, да. В общем, как-то так. На этой доброй ноте, на этом слове пиздец, мы заканчиваем ролик. Мы заканчиваем этот заебучий месяц ноябрь, блядь. Такой он тяжелый был, просто пиздец. Столько всего тут было. Мне кажется, удивительно в том, что еще и сотку заработал. Понятное дело, там газ, да. То есть,
на газ, трицок скидываем сразу. Вот оно и получается, как, блядь. Спасибо и на этом. А мог бы и вообще заработать полтинник какой-то, да? Короче, как-то так. Всем спасибо за просмотр, до свидания.